мамочка, ну когда мы заменим уже экран на моем телефоне, а? А почему мы вообще должны его менять, а? Ну как, почему? Мой айфончик разбился. А если экранчик поменять, то он снова работать будет. Ты, значит, его уронила, экран разбила, а я теперь должна менять? У меня денег нету. Пользуйся тем, что есть. Ну он же вообще кнопочный. В нем ни WhatsApp, ни Viber, ни ВК, ни Ютуба нету. Я же тебе сказала, у меня денег нет. А я карту получила, кредитную. Даже не вздумай тратить деньги по кредитной карте. И вообще, в следующий раз будешь относиться к технике бережно. В какой следующий раз? Ты мне новый айфон купишь? Даже не мечтай. Поняла? Поняла. Богдан. Привет, Света! Знаешь что? У меня карточка есть, кредитная, своя собственная. А зачем она нужна? Ничего ты не понимаешь. Карта – это деньги. Совсем чуть-чуть? Сейчас я тебе покажу деньги. Сейчас. Красивые денежки. Ха. Ну попробуй приди в магазин и купи что-нибудь на эти деньги. Хм. Я пробовал. И? Ну вот я пришел, даю деньги и говорю, дайте, пожалуйста, машинку. А продавец что? Ну он сказал, нужно маму позвать. Ну, конечно, потому что у тебя деньги не настоящие. А у меня зато карта самая настоящая. И я в любом магазине могу себе купить все, что я хочу. Даже новый телефон. Все, что угодно? А игрушку можешь? Могу. Но не буду же я свои личные деньги тратить на какие-то твои игрушки. Я лучше пойду в магазин и куплю себе новый айфончик. Так он же дорогой, и тебя мама полукает. Так я и хочу самый дорогой. И мама вообще на минуточку не узнает. Ну, потрачу я эти деньги. Она все равно в конце месяца денежку на карточку мне положит. Так же нельзя! Тебе нельзя, а мне можно. Короче, я собираюсь в магазин. Ах так, мне игрушку не покупаешь, а сама идешь в магазин. Я все маме сейчас я скажу. Шантажист. Ладно, договорились, закажу то, что ты там хотел. А что ты там хотел? Ура! А помнишь того хамелеончика белого? Какого? Ну, мы в магазине видели. Игрушка такая. Кажется, вспоминаю. Ладно, тащи компьютер. Сейчас найдем его. Хорошо. Ну что, нашла? Этот, что ли? Да, да, скорее покупай, 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 покупай. Все, 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 я поняла. Сейчас оформим доставочку. Так. Так, введите номер карты. Ну все, я заказала, жди посылочку. То есть у меня будет новая игрушка? Спасибо! Ну все, 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 шантажист маленький, теперь жди свою игрушку. А мне надо в магазин за новым телефончиком. И маме не
ничего не говори, ты обещал. Ничего я не расскажу, я заобещал. Я хороший мальчик. О, вот тут точно должны продаваться телефончики. Какой же он классненький! Здравствуйте! А можно мне, пожалуйста, iPhone XS Max? Только розовенький обязательно. У меня карточка есть, кредитная. А, пин-код сейчас. Все. Хотя какой-то айфончик. Это айфонище! Скорее, скорее открыть его! Вау! Ничего себе! Какой же он огромный! Я так о тебе давно мечтала! Айфон 10 S Max! А еще он розовый или золотой? Пусть будет розовое золото. Да какая разница, какого он цвета. Главное, что подходит к моей толстовочке. Вот это экранчик. Сейчас быстренько тебя настрою, и у меня будет куча крутых селфи. Свет, мою игрушку привезли. Ага, иди забирай. Ох, как мало нужно этим младшим братьям для счастья. Ого, какой большой хамелеончик. Это у меня телефон большой, а не твой хамелеон. Я о нем так мечтал. Я о нем так мечтала. О моем хамелеончике мечтала. Да нет же, о новом телефоне. Мой же старый разбился. А мой хамелеончик лучше. Смотри, что он умеет. Он и хвостиком шевелит, и глазками шевелит, и еще не ходит, а катается. Смотри. Еще он цвета меняет, как настоящий хамелеон. Да-да, классная игрушка. И хвостиком виляет, и глазками шевелит, и катается. Еще еду ловит, смотри. Ничего себе! Вот это фокус! Видала? Да, да, видала. Богдан, у тебя очень замечательная игрушка. Можешь мне, пожалуйста, сейчас не мешать? Я селфи делаю. Ну и делай, а я маме пойду, покажу игрушку мою. Куда, Богдан? Не надо. Мам, смотри, что у меня есть.
Что же это у тебя есть? Это хамелеончик. Он хвостиком виляет, лапками шевелит, вот. А он еду ловит. Игрушка-то замечательная. Но откуда она у тебя? Света купила. Света? Отлично. А деньги у нее откуда? А у нее 5 есть кредитная карта. Кредитная? Да, она сказала, что у нее 5 много-много-много денег. Круто. А где Света сейчас? Она внизу, новый телефончик смотрит. Новый телефон? iPhone 10 Max. Что? Самый дорогой телефон в мире? А ну-ка пойдем. Света, Богдан сказал, ты себе новый телефон купила? Ну, да, купила. Мама, смотри, какой он классный, большой, розовый. Или розово-золотой, или золотой. Смотри, какой он классненький, прям моя мечта. Мечта, говоришь? А сколько ты денег на свою мечту потратила, а? Ну, я не знаю. Сейчас посмотрю. Посмотри, посмотри. Да-да, смотрю. Вот, нашла. Ой, ой-ой-ой. И сколько там? Много. Я же тебе говорила, не трать деньги по кредитной карте. Мам, ну я не специально. Я не хотела. Ну что за вредные детки, а?